Здравствуйте! Я хочу выразить свою огромную благодарность Лидии, которая перечислила в помощь нашим птицам на их корм деньги. И большое-большое-большое ей спасибо. Также, если кому-то из вас, дорогие подписчики, захочется помочь нам в выкармливании птенцов и содержании, кормлении их, то можете связаться со мной, и я вам сообщу номер, по которому можно будет перечислить деньги. Спасибо заранее. Добрый вечер, дорогие подписчики. Ну вот, наступило очередное время кормить нашего ростовского пачана. А именно так я пока называю этого малыша. Ростовский пачан. В честь не менее известных в Ростове группы «Ростовские пачаны». Ну а вообще поступило предложение назвать малыша «Ночь». Как вам такая кличка? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а мы пока начнем кормить ребенка. Вот ты моя кися голодная. Ну что, малыши-карандаши, как видите, аппетит у нас замечательный. Мы все прекрасно едим, просто иногда роняем. Сейчас набьем пузико. Я заметил, что пока он предпочитает кусочки цыпленка в перьях. Видимо, как мама кормила, так и кушаем. Ребята, пожалуйста, напишите в ваших комментариях, как вы считаете, подойдет ли ему имя Ночь. Вот. И вообще, пишите, что вы думаете о том, что я занимаюсь выкармливанием этих малышей. По-моему, он наелся. Или она. Ноча. Почаная ноча. Кушать будем? О! Налопалась. Ну вот, как видите, пух начинает потихонечку вылазить, и даже в сравнении со вчерашним днем перышков стало больше. Так что мы растем. Скоро вы нас не узнаете, поверьте. Вот. Ну а пока еще раз говорю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В комментариях мы очень нуждаемся. Обязательно звоните в колокол, чтобы узнать о новинках на моем канале. Ну и если есть желающие, то мы с удовольствием примем ваши донаты. Мы – это Коня, это Саня, это другие птицы и вот наш малыш Ночек. А пока до новых встреч, ребята, на нашем канале.